Привет! У меня в руках компактный аккумуляторный пылесос Black & Decker PV1420LQW. Модель справится с сухой уборкой салона автомобиля или мебели из ткани. У пылесоса нет ненужных шнуров, работает прибор на литий-ионном аккумуляторе мощностью 14,4 вольт. Время полной зарядки 4 часа. Носик с поворотным механизмом позволяет работать под любым углом, а также в труднодоступных местах. У пылесоса трехступенчатый фильтр. Благодаря ему пыль оседает в пылесборнике и не попадает обратно в воздух.